На конкурс дети читают стихи. Автор Зайферт Михаил, 16 лет, село Травное, Новосибирской области. Память. Взглянул на часы, на часах без пяти. Я куда-то спешил, мне нужно идти. Я должен что-то кому-то сказать, или же объяснить, или же показать. Помню, долго шел, может час, может два. Обернулся, следов не увидел. Беда, неужели я шел как-то так невпопад? Голову поднял дурак, снегопад. Снег блестит, так часто прекрасна зима, и снежинки летят, падая на дома. Вспомнил, я ведь недавно по улице шел. Там афиши висят, там какое-то шоу. Прохожу мимо дома, а на крыльце сидит девчонка с улыбкой на лице. Хорошо ей, пока не знает проблем и этих часто встречающихся дилемм. Сейчас она может жить, а не выживать. Ей не нужно страдать, она может мечтать. Это детство, забытая мною пора. Вот вернулось оно, и я ему был бы рад. Я бы снова вернулся домой, как тогда. Я бы снова вернулся в тот год, в те года. И родителей встретил, я бы все им сказал. Жаль, что раньше не смог, многое потерял. Сердце хочет вернуться в родительский дом. Стыдно мне, ведь не часто я думал о нем. Был все занят и занят, дела и дела. Упустил пролетевшие мимо года. Там ведь мать и отец, сына ждут своего. И опять невзначай заведут разговор обо мне. Ну конечно, ведь верят и ждут. Упустил все же ценности этих минут. А недавно звонили, но что телефон, не способен ведь чувства выразить он. Города в своей сети затянули меня. Забывать я стал цену слова «семья». Решено, на неделю, а лучше на две, сяду в самолет и из города прочь, пусть летит мне хоть день, пусть летит мне хоть ночь. Прилечу сразу к ним, обнимать, целовать, и, наверное, ни слова не брошу в тетрадь, буду дома. Спокойствие веет, легко, сбыться только этому не суждено. Открываю глаза, никого рядом нет. Только девушка в белом подходит ко мне. Твой закончился век. Собирайся, идем. Скоро мы в новом доме будем твоем. Говорю ей о том, что хочу все узнать. Что случилось со мной, ты должна рассказать. И она также тихо повела свой рассказ. Жаль мне, девушка в белом, что встретил я вас. На часах тогда было 17:00, и совсем недавно я прощался с другой, с девушкой той, что встречался 5 лет. От нее смс. Любви больше нет. Я на нервах, накинул пальто, пошел. Тут афиши висят, тут какое-то шоу. Вижу, через дорогу собралась девчонка идти, а девчонка мала, лет, ну, может быть, 10. Тут машина на скорости едет вперед, сделал то, что должен был, то, что смог. Пусть себя погубил, но девчонку сберег, сделал то, что должен был, то, что смог. Мне родителей жаль, я ведь молод еще. Я хочу попрощаться с ними не в счет. Времени нет, нужно идти. Я взгляну на часы, на часах без пяти.